Правительство Приморского края и Общероссийский народный фронт передали очередную партию машин в зону специальной военной операции. Спецтехнику планируется отправить на фронт в самое ближайшее время. Сегодня мы в очередной раз отправляем транспортные средства для наших ребят, которые сегодня выполняют боевые задачи на запорожском направлении. Машины уже прошли техническую подготовку. По словам бойцов, поддержка земляков очень важна на фронте. Поддержка земляков очень чувствуется. Благодарим Народному фронту, правительство Приморского края, Олега Николаевича Кожемяка, соответственно. УАЗ очень сильно поможет по вывозу и помощи, эвакуации раненых. УАЗ передастся сразу напрямую в медицинской службе. Напомним, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.